это классно. Друзья, мы выплыли в открытую лагуну. 40 км в час можно плыть на такси в этой местности. Что мы видим? Мы видим Чиминтеро. Чиминтеро — это остров лагерный. Ой, боже мой! И люди на частных лодках себе отдыхают, загорают. Куда мы плывем? А плывем мы на остров Мурана. На одну фабрику венецианского стекла. Так, мы подплываем к острову Мурана. Прямо на фабрику нас везут. И будем смотреть с вами красоту. Так, ну этого красавчика можно снять. Я только что рассказывала, что итальянцы признают лен, любят лен, уважают, носят, но только белый. Вот это тоже молодой итальянец, но тоже в белой льняной рубашке. Это, кстати, даже вроде бы не лен, это котон какой-то, да? Лиля? Мать, не могу ничего. Просто ходят по пятам и все смотрят, чтобы не включали камеру. И попросили, так что мне неудобно. Если я буду включать, мне просто неудобно. В том зале такая красивая люстра, она мне так нравится. Я сейчас попробую вам кусочек заснять с Лилиями. Видите? 430 тысяч евро. Это большая. Вот бокалы вот эти цветные у меня другого маэстро. У меня на Зон Муретти. Не могу показывать вам все. Боже, тут 1706 бокалов. Я думаю, боже, как я дешево купила, у одних людей откупила дешево. Очень классные у меня. И вот эти тоже классные. У меня есть очень хорошие. У меня золото внутри. Видите, тут золото внутри они добавляют. Да, сирийцы научили первые итальянцев делать стекло. Но уже такие оригинальные вещи, это уже итальянцы сами начали делать. Но сама, с чего делают, там, в песок, там, бла-бла-бла, вот сама. Это формула, то, конечно, от сирийцев. Так, нам делают маленькую лошадку. Уже ребята закрывались. Мы приехали поздно. Они летом работают до 4 мастера тут, в этой котельне, я бы сказала. Это пекло, пекло. Потому что жарко, страшно очень. Но он оделся и сказал, что хорошо, я вам сейчас сделаю, покажу. Переоделся и начал работать специально. Эти лилии, вот с этими лилиями, нимфы, да, люстрия, мне нравится с ними, ну вот очень дорогущие. А с этих вот таких вот палочек они же режут, ломают, не знаю, как они их режут, вот, и потом делают вот такое плана стекло. Воду несет. Воду несет. Аква Фреда. Смотрите, как он быстро вытягивает, как профессионально. И уже лошадь, да? Быстро-быстро так, бжик-бжик-бжик. Так со стороны смотреть кажется, что это легко. Как конфетка, да, как леденец. Вот профессионал. И бжик-бжик-бжик-бжик. Из поколения в поколение. Они вырастают, эти дети, на этих фабриках. У них уже в генетике это все. Надо, чтобы стекло охлаждалось. Специальный контейнер отправляют туда. Вот так, друзья. 5 минут, он говорит, даже быстрее. Не 5 минут, а быстрее. Не хватает только моего браслетика на этой ручке еще.
Вы бывали на фабрике, на которой ничего в результате не купили, прокомпенсировали мозги, потому что один бокал такой, как у Маура, стоит, я не помню, сколько он его стоит, честно говоря, минимум 48, максимум 65, но тут 150. Почему? Потому что это фабрика, которая принимает гостей со всего мира, там работают также продавцы со всего мира, чтобы умели разговаривать на разных языках. Друзья, мы вышли с аппарата на фундамента новое. Меня крутило. И все-таки я подкрутила своих девочек, чтобы выйти. Потому что хотела показать именно эту иезуитскую церковь, где вот просто самая красивая, одна из самых красивых по всей Италии. Посмотрите, как серого мрамора сделаны стены, вот, как обои. Не знаю, камера передает или нет. А шторы как сделаны, смотрите, тенды. Это же чудеса. И золотой потолок. Там и лепка, там и роспись. И за основу серый мрамор. Вот это вот все такими узорами сделано. Посмотрите. Вход 1 евро. Раньше было 3 евро до пандемии. Сейчас 1 евро. Если это стоит видеть, тут не цена вопроса. Вот с мраморной колонны, вот так вот винтовые, да? Они как стекла, как куски скла. Стекла, но это же мрамор, понимаете? Это просто чудеса непонятные для мастеров современности. Давайте я немножечко так сделаю, чтобы вы увидели, как сделано шикарно, как ковровое покрытие. Это надо видеть своими глазами. Захотите, приедете, то я вас приведу сюда. О, это как бы не туристическая зона, но специально приехать, посмотреть эти шедевры надо, делить время. 1600-х годов началось строительство, 1600-х в начале, и продолжалось 330 лет. Вау! Wow. È veramente wow, signor. È vero. Più bella chiesa di tutta Italia. Правильное название церкви, потому что вы знаете, что я могу скрутить.